Сегодня у нас прям артхаусные эксперименты. Игра The Last Express за авторством Джордана Мехнера. Да, я знаю, кто это. А кто это? Это чувак, который сделал каратеку. Да? А что еще? Принц Персии. Да, тот самый замечательный фильм с Джейком Джилленхолом. Не, кстати, кроме шуток, он реально продюсировал тот замечательный фильм с Джейком Джилленхолом. А это его, так сказать, авторский проект, в который он вложил кучу бабла, по некоторым оценкам от 4 до 5 миллионов долларов. Вот. Последний экспресс про поезд из линии Ориент Экспресс, не знаю, как там правильно произносится, которые ездили из Парижа до Дакара. Константинополя. Это по Агате Кристи, что ли? Нет. Но темы очень схожие. Детектив, убийство, ну, плюс еще стилистика мира на грани Первой мировой войны. Много чего интересного. Сиськи будут? Возможно. Так что, тогда интересно смотрение. Я не буду говорить, будут ли они в этом видео или нет. Сохранять, ну, некоторые подобные. Я понял, ты, короче, запишешь все прохождение, оно займет там, допустим, 40 часов, а в конце ты просто кей-кей. Не, просто картинку поставлю. Тогда я и говорю. Гифку. Знаешь, это где телка снимает топик, и так вот на самом последнем моменте, где уже, казалось бы, вот-вот покажется, и там такая страшная рожа. Так, это начало, поезд тронулся, мы догоняем его на Моцке, или кто-то другой догоняет? Это мы догоняем на Моцике, нас ждал молодой человек, видел там, да, на платформе, стоял такой, не на платформе, а в поезде уже. Вот, и мы немножко опоздали. Вот этот гражданин, похожий на молодого Дмитрия Деброва, немножечко, которого подбросила рыжая телочка. О, Ленин. Угу, махнул, и, в общем, мы начинаем игру. Как ты все покадлил. Ну, чувак, это такая художественная особенность игры, что тут анимация преимущественно покадровая. Ну, кроме, да, проходов в тамбуре. Can you tell me which compartment is Tyler Whitney's? Oh, Monsieur Whitney, excuse me. Еще и без субтитров, а? Без субтитров. Субтитры только на тех языках, которые отличаются от английского, то бишь немецкий, французский и русский, например. А турецкий должен быть. Турецкий тоже есть, но главный герой его не понимает, поэтому субтитров нет. Да, то есть наш друг Тайлер Уитни пригласил нас на этот самый рейс. Мы должны были с ним встретиться, но немножко опоздали. А проводник тупорылый принял нас за Тайлера Уитни, потому что, ну, он американец, и этот американец. Чёртовы янки. Да, в общем, идем к нему в купе. А, красавчик. Отличное начало, не правда? Что нужно сделать в такой ситуации? Бежать. Нет, с поезда далеко не убежишь. Заметать улики. Да, собственно, этим мы и займемся. Абсолютно хладнокровно затолкаем его. Так, подожди, давай прикинем. Это начало 20 века. Поезд ходит, ну, максимальная скорость, ну, километров, наверное, 50-60 в час, да? Так. Ехать от Парижа до Стамбула получается... Долго. О, завоняет. Ну, мы... Что, по-русски? Мы от него избавимся, да. Ты видел, да? Это сказка про жар-птицу. Но Роберт Кэт этого не знает, потому что он тупорылый янки, не может прочитать. Да, это наша ответная телеграмма о том, что да, приеду, задержусь. Я все еще зол по поводу того, что произошло на Кубе. Видимо, сигару не поделили. Это у них пароль какой-то. Потому что в той телеграмме у него того тоже было про Кубу написано. Вообще, у этой игры был такой типа приквел в текстовом виде. Но он был не про Кубу. Книжка называется, что ли? Да-да-да, как это называется, рассказ, кажется. Да, вот мы обнаружили шарфик, пустой сундучок, в котором были две какие-то непонятные штуки. Еще избавляемся от всех инкриминирующих вещичек, например, окровавленная одежда. Музычка неплохая. Музыка отличная просто. Ну что? То есть прохождение Луны ты решил
отложить, да? Как и все остальные прохождения, которые у нас висят. Кстати, да, мысль посетила. Мы недавно так воодушевляюще начали цикл передач, посвященных Хэллоуину. Да. Весь этот цикл закончился одной игрой. Я помню, я жеманно как бы промолчал про это. Спасибо, что упомянул. Это вагон-ресторан, курительный салон, так сказать. Тут мы пока читаем всякие статейки. Можно очень много времени на них потратить. Тут практически целая газетка со статьями. Так сказать, врубиться в дух эпохи. Можно послушать телочек, которые... Австрия давит на Сербию. Да-да-да, ну, австро-венгерский. Блин, все дела. Вообще, достаточно много усилий. А, вот, основная фишка. Игра в реальном времени. То есть да, можно, это ты мне говорил. Да, можно сверяться с часами, но в несколько ускоренном реальном времени. То есть примерно общий путь от Парижа до... Находки Омса лучшие колготки. Да. Ага, какая... Блин, вот это лицо я видел где-то в сериале «Друзья» Дэвид Швиммер, да? Я все время почему-то его Дэвидом Швиммером называю. Не, это лицо где-то в трейлере, по-моему. Возможно. Вот. А тут какой-то немецкий бюргер, который принял нас тоже за Тайлера Уитни. Ну, почему бы ему не подыграть? Да. Рыжий колбасник. А он реально такой наглый рыжий немец-бюргер, который хочет «Майны Гульд!» I have kept my half of the bargain. Он говорит о какой-то сделке, да, которую... А почему нет субтитров на... Ты же говорил, что... Так он говорит на английском. А, да. Когда он говорит на немецком, тогда субтитры будут. Ты видишь, он хочет золотишко за какую-то часть сделки, которую он выполнил, а мы не выполнили, то есть бабла мы ему не дали. А, то есть они все думают, что ты чё-то в янке, который сейчас мёртвый в диване лежит. Да-да-да. То есть это наше прикрытие пока что. Ну, мы же не можем признаваться, что мы некий Роберт Кэт, на которого даже билет не куплен. То есть какой-то левый чувак. На самом деле, самый оптимальный вариант — прыгаешь с поезда, все, проблема решена. Ну, это, в принципе, оптимальный вариант в любой жизненной ситуации. Кончаешь с собой. Но чертовы янки. Да. Вот, чертов янки сейчас присаживается ко всем за стол, потому что почему бы нет. Вот сейчас мы присели к русскому анархисту Алексею. Анархист. Вчера читал статью про группу Пурген. Замечательно. Так, для справки. No полезно. То есть он, видишь, прям кушать не может, кусок горла не лезет, потому что русский народ голодает. Запад санкциями не душит. А еще он читает Ницше, да. Да-да-да. Вот, а еще у него есть расписание с очень интересной пометочкой. 25 июля, 10:40. Что бы это могло быть? Чего 25-го? Июля, 10:40. Вот, ну, в общем, пока мы этого не узнаем. Но это важно. Да. О, Распутин. А это парочка, на которую он смотрел. Не совсем Распутин, а один вот этот дедушка Василий Александрович, кузен царя, и его внучка Татьяна. Василий Александрович Оболенский, если мне память не изменяет. Да, они на русском переговариваются, на чистом русском, то есть тут не клюква, в общем-то. То есть нету кокаинума. Нет, кокаинума здесь нет, градус кокаинума очень небольшой. Игра достаточно здорово в этом плане сделана. Вот, так что мы всех пропалили на данный момент. Пойдем еще потусуемся, мало ли кого интересного еще обнаружим. Ну, у тебя в стиме куплено, кстати. Здесь интересный момент. Эта версия с Good Old Games, то есть она фактически как есть, как была изначально, в том же виде, то есть 640 на 480, никакой дополнительной ерунды, ничего. Есть версия в Steam под названием Gold Edition. Да, это я помню. Золотое издание, да, но не все то золото, что блестит, потому что там вот этот Gold Edition, он взят от компании Dotemu, которая делала порт на Android и на iOS, и сделала какой-то... Испанский интерфейс, извините, иначе не сказать. То есть там четыре кнопки по бокам с подсказками, со всякой чепухой. Сейчас, чепухой. Стоп, подожди, мы тут парня прижимаем. Мы прижимаем парня с золотым свистком. Золотой свисток, между прочим, по габаритам очень похож на пустое место в сундучке, который был в нашем купе. Вот. Ну, это так, к слову. Да, в общем, свисточек нам потом понадобится...
обратно вернусь. Так вот, Gold Edition в силу редкостной убогости интерфейса играть совершенно невозможно. И я рассматривал вариант его записать, но что-то передумал, знаешь. Сколько вагонов в поезде? Два спальных вагона, плюс один частный вагон, плюс один, как там, вагон... Типа, ресторан. За вагоном-рестораном следующий, технический такой. Кухня, вагон-кухня. Не-не, там кухня небольшая. Вот сразу за кухней идет еще один вагон. И, в общем-то, ну, небольшой поезд. В общем-то, все. Но, возможно, еще прицепят вагончик другой. Ты спойлеришь. Да. Но здесь видишь, в чем дело? Она игра очень нелинейная. Можно и не дожить до того момента, как прицепят. Можно закончить игру гораздо раньше. Вот, видишь, какие-то непонятные граждане по виду откуда-нибудь с Балкан тусят. Ну, судя по одежде, как бы. Это очень российская игра. Не, игра очень как раз здорово сделана в этом плане, что можно так по виду определить, кто что вообще тут хочет, что они тут тусят. Ну и видишь, дружной компашкой все возвращаются. Мы смотрим на их пенисы. Паховую область, да. Потусили, посмотрели в окно. На самом деле я жду, пока закончат жрать российские эти граждане, потому что будет забавная сценка. Но пока их там нет, можно еще потусить. Вот этот Алексей все бегает туда-сюда. Сколько можно жрать? А тут несколько этих, как это, перемен блюд, получается, или как это, ну, dinner courses, короче. Вот, и они, сначала одна порция гостей приходит, потом вторая, видимо, по вагонам. Ой, не гостей, а пассажиров. Можно подоставать проводника. Ну, там, этот рисует скетчи, там, второй сидит, пырит в журнал про иллюстрации. И, по-моему, кстати, молодой проводник, это племянник дежурного проводника, и они потом долго будут сраться по одному забавному поводу. Ты опять спойлеришь. Да, ну я просто в тот момент, когда они будут это делать, будут несколько более интересные события происходить. Вот, видишь, он нас не пускает в частный вагон. Рты нарисованы нормально. Такое ощущение, что это настоящие рты. Потому что это ротоскопия, это настоящие рты. Вообще, я чувствуешь, как же рты, ротоскопия. Ротоскопия. О-хо-хо-хо-хо-хо. Я понял, о чем ты. Он сказал рот. Блоучаб. Все, доели? Долго они там есть? О, они еще не доели, но зато присела некая дама. Если ты был очень внимателен, ты увидел эту женщину в красном в самом начале игры, выходящей из первого купе, в котором лежал труп Тайлера. И мы нашли шарфик, очень похожий на ее. Все, телку брать. Не, можно поступить более изящно. Сначала попытаться ее заклеить. Ты хотя бы слышал, что ты сказал? Склеить. Попытаться ее заклеить. Склеить. Excuse me, I think you dropped this. Можно, да, с тупой мордой предложить ей шарфик. Блин, но в красном, какой черт он ей желтый шарф предлагает? Ну, вот посмотри на кресле сейчас. Прям такие ненавязчивые ребята. За спиной официанта стою. Вот, видишь, там лежит хреновина. Sure, очень похожего цвета. Quite sure. Вот не хочет она раскалываться, что это ее. Ну ладно, посидим, потупим. Посмотрим, да, как кушают. Это поведение здорового, нормального человека, который вовсе не выкидывал, который вовсе, да, не прятал труп своего друга. А это друг его изначально? Да, это друг, я же говорил.
Не, я имею в виду, что может они там просто какие-нибудь коллеги. Не, друзья. Ну, а-ля, как у Индиана Джонса, друзья, значит. Угу. Можно подоставать анархиста Алексея. Excuse me. Could you tell me what this paper says? It's a Russian fairy tale for children. Could you translate it for me? Do you know what a fairy tale is? It's one of the ways the exploiters make the people forget that they're enslaved. For 100 years, Russian peasants have told their children about the story. For 100 years, Russians. London is the capital of Great Britain. У чувака реально как бы пунктик на эксплуатации рабочего класса. При том, что он сам как бы из буржуазии, потому что, ну, он в Ориент-экспресс катается. Один из самых роскошных поездов в мире там был на то время. Кстати, интерьеры достаточно точно воссозданы. Они нашли во Франции реально какой-то вот старый вагон из этого экспресса и по нему все восстанавливали. Заморочились. Да, реально заморочились. Популярная игра-то хоть была, окупилась? Нет, она провалилась с треском. Причем... Вот я просто так и подумал. Причем критики ее, разумеется, расхвалили, потому что игра-то, ну, охрененная. Но, во-первых, там была куча проблем с ее дистрибуцией. То, что три компании не могли поделить, кто ее будет продавать, где. Вот, и к тому моменту, как определились, из них все уже были банкротами. Точнее, одна была перекуплена другой компанией, вот, а остальные две были банкротами. И потом делали еще порт на PlayStation даже. Представляешь, эта игра могла быть на PlayStation внезапно, да? Вот, и когда перекупили компанию разработчика, они уже, ну, закрыли производство, уже почти готовый порт. На PlayStation, помню, только один квест, это Мист. Ну вот, мог быть, ну, еще, мог быть еще один. Вот. В 2000 году Interplay тоже начали потихонечку продавать переиздание игры, но... Да, у нас спички есть. Но Interplay-то потом разорились, и... Короче, не везло игре создатели. В общем, она так, вплоть до ререлиза на Good Old Games, она как-то, знаешь, в подвешенном состоянии находилась. Это звук поезда? Mm-hmm. В смысле колес? Mm-hmm. А в окна, если смотреть, то меняются пейзажики? Не, они такие, мутные. Условная анимация, да. Ну вот, перемены. Чёртов француз. Они достаточно обходительные культурные люди. Ты, кстати, не посмотрел отель Гранд Будапешт? Посмотрел. Ну и как тебе? Ну, как сказать, на любителя. Ну, ты любитель? Ну, да. Пара персонажей мне там очень даже доставила. Ну, отлично. Ну, собственно, этот. Герой Уильяма Дефо. Жестко быдлятину сыграл. И, соответственно, этот. Ralph Fiennes. Сам консьерж, или метрдотель, как он там был. А мы все продолжаем. А, ну и Харвид Кейтель, естественно, да. Собственно, кстати, та же эпоха примерно, да? Чуть попозже. Получается, да, в Будапеште уже война, по-моему. В районе революции в России. Ага. То есть, ну, по когда лет, уже война на пару идет, лет да. позже, да. Собственно, вот как раз та сцена, где дядя отчитывает племянника, мне чем-то неуловимо напомнила отель Гранд Будапешт. А, наконец-то пожрали. Мне интересно, как они все согласились сняться в этом фильме. Так, Уэс Андерсон. Василий Александрович. Именно то же, что и Тарантино, да? Угу. Даже лучше. Василий Александрович, меня зовут Алексей Дольников. Вы, кажется, знавали моего батюшку. Да, о, да, знавал пару знавал раз. Знавал я одного Дольникова. Петра Николаевича. Хороший был человек. Набожный. Сын у него был. Опозорил и отца, и всю семью свою. Пойдем, внученька. Устал я малость. Что-то как-то... Василий Александрович, how many thousands have you condemned to prison and torture in the name of your piety? Или вы счет потеряли?
Прям такой гуми какой-то. Показушный чувак. Не, у него, понимаешь. А, и мы тут ставим 5 копеек. Well, I think you made a pretty good first impression. Полегчало. Просто. Чем американец отличается от всех остальных наций? Он должен вести себя повсюду, как будто он в ситкоме находится. Как ублюдок какой-то. Ну, я думаю, ты произвел отличное первое впечатление. Такой красава. Пойду еще потроллю всех. Да, и закадливает смех. Да, собственно, вообще это реально как-то напомнил программу Будапешта. Действительно, очень похоже все. Ну, антураж достаточно схожий. Да, да. Только там еще есть эти дебильные вставочки а-ля Бенни Хилл. Ну, с погоней. Да. А мы тут, кстати, да, самое время... Провели труп? Да, избавиться от него. То есть труп на месте, да. Окей, да. Открываем окошко. А если будет труп достанный, ты откроешь окошко? Я вот не помню, я решил не рисковать. А, то есть теоретически может кто-то зайти, да? Не, ну, может и могут, но я... Вообще могут, но я до такого не доводил. Вообще тут много чего. Тут вообще можно все что угодно просрать. Если просто... Ну, понятно, труп вначале не убрать и пойти в ресторан в окровавленной... Не убрать труп и пойти в ресторан в окровавленной одежде. Не, если не уберешь, у тебя одежда не будет окровавленной. Не, именно убрать труп и пойти в окровавленной. Это можно будет сделать или не даст он сам? Я не пробовал, но я уверен, что можно. Но только один раз. Его великолепие. Нас пригласили в частный вагон. Устроим там Соло или 120 дней Содома. Да-да, я смотрел. Есть фильм. Нифига, ты прям Пазолини знаешь? Ну, не все же Тит Добраса смотреть. Ну, как-то да. Печально. Осмотримся. What an unexpected pleasure, Mr. Robert. Какие-то буддисты. Ну, я бы не сказал, что этот парень не исповедует буддизм. Кришнаит. Во-первых, он знает наше настоящее имя, Роберт Кэт, по которому нас и назвал. Ты чё там, шпион? И он, в принципе, знает все про нас. И ждет, что мы ему дадим то, что мы ему обещали. А он для нас приготовил достаточно тяжелый чемоданчик. Понятно, с чем. С расчлененным другом. Нет. Которого вы подобрали. Нет, расчлененный друг у нас уже есть один, катится там по откусу. То есть, фишка в чем? С нас немец требует бабло. Да? Бабло есть у этого гражданина. Гражданина, кстати, зовут Кронос. Он не властелин времени, просто Кронос. В комиксах был такой персонаж. Да, чтобы он нам дал бабло, нам нужно отдать ему что-то, что у нас отсутствует. Свисток. Да, свисток и еще что-то, что было в этом деревянном сундуке. И чувак, как бы, ну, судя по его интонациям, он не желает нам приятного путешествия, на самом деле. Он желает нам найти эту хрень как можно быстрее, потому что он высаживается в, где там, в Вене, и если мы до этого не успеем, то... А свисток нужен? Свисток нужен ко второму девайсу, который мы должны найти. О, вот и дитьки были. Я же говорил! Видишь, игра удалась, все. Я их даже цензурировать не буду, прикинь. То есть сразу плашечка 18+, и можно материться, да? Автоматически. Разумеется. Я уже один раз, по-моему, выругался про уебанский интерфейс ремейка этого Last Express. Кстати, да, ненавязчивое пятно крови. А это персидский евнух возникает там. У него половина вагона снята, половина купе в вагоне снята на свой гарем. То есть у них там реально гарем. И вот там что-то возникает, что когда проводник попытался зайти поменять... Там дилижабль все нарисованный, понять его будет. Да, вроде да. Гинденбург. А тут постер Олимпийских игр.
Так, сейчас мы... Ну, сейчас я пытался пройти на кухню, не получилось. Вот. Не помню, который час, там где-то в районе 9 должно быть. А он устает? Ну, тут можно спать. Собственно, это единственный способ продвинуться по сюжету в некоторых моментах. То есть тут время останавливается, нужно спать. А вот это вот подозрительная тетка-телохранитель Кроноса. Что-то шастает тут по каждому. Ниндзя. Как бы что нужно усвоить с самого начала, что эта тетка опасна. А нас главное, что он не пускает. Извините, это купе мадам Бутарель, но вот какая-то тетка левая может входить, а вы не можете. Надо ее догнать. Но я решил, что не буду как бы искать неприятности на свою задницу прямо сейчас. Чуть позже. Ты мне смерти покажешь? Покажу. Отлично. А тут сохраняться можно? Тут достаточно интересная система, которая предвосхитила принца Персии. Джордана Мехнера, который пески времени. Но. Вот смотри. Вот гражданин, который... Убийца! Да. Тот самый балканский гражданин. Убийца. Да, то есть это аркадная ставка. Нужно вовремя нажать кнопочку, соответственно. Либо, если не нажмешь, то получаешь... Перлом почину. Да. Вот, вот так вот. Собственно, это гейм овер, да? Гейм овер у нас решается следующим образом. Отматываем время назад. А, ну, и продолжаем. Круто, да? Так, собственно, принц Персии этот. Я говорю, у Джордана Мехнера все-таки все его темы, они прослеживаются достаточно четко, да? Убийца! А эту кровь можно стереть? Нет. По крайней мере, я такой возможности не нашел. А сколько у тебя перемоток назад есть? Так, по-моему, бесконечно. Ой, там клево было пририсовано. Я дал вам, короче, по щам. Кто ты? Меня зовут Роберт Кэт. Так ты Кэт? Тайлер говорил с тобой. Он боялся, что ты был злым с ним. Да, в общем, этот чувак беспокоится насчет товара в сундуке, которого там нет. Вот, Сундук знает не только чувак, который снял весь вагон. Да, про сундук знает как минимум Кронос, как минимум вот этот господин Милош, который из сербских националистов. Ну и знал Тайлер. Да, он вообще из террористов. Черная рука. Поэтому тут надо как-то... Помыть полы. Помыть полы, ладно, хрен с ним. На вывесах нет. Это уже такой веселый вагончик намечается. Вагончик очень веселый. И как бы концентрация веселья повышается как бы с каждым часом. То есть ты сразу так предвосхитил это прохождение. Нет, вот час. Больше часа. Больше часа. Фу, так. Обрати внимание, все не парятся в тамбур уйти. Эх, времена хорошие. Придется цензурировать тебе игру. Нифига, 18+. И... Тебе надо будет написать перед игрой. Мы не одобряем. Угорал это по поводу карт, вот что я тебе сказал, да? Представь себе сериал, в котором бухают все, наркота и прочие гадости. Начало сериала, начало любой серии. Внимание, в данной серии может демонстрироваться процесс курения. Курить это, плохо, скажем так. А то, что там наркота, бухло, убийство, это как это, нормально. Это хорошо. И увидел я, что это хорошо. Не, ну, слушай, меня радует, что мы, говоря о одном из самых лучших квестов на ПК, упоминаем говносериал Карпов, да. Просто я имею в виду, что печать тоже... качества наших летсплейников. Тебе нужно будет поставить, просто я имею в виду это. Плашка Карпов, осторожно, Карпов. Не, а то, что здесь сцены курения и... Ну, я не телеканал. Хорошо, ладно, давайте вспомним что-нибудь такое более интересное. Например, фильм Фрица Ланга «Метрополис». Давайте, только я его не смотрел. Тем временем я стырил. Вот, подожди, вот поэтому я и говорю с тобой про Карпова. Это было обидно. Тем временем мы стырили список пассажиров. Да, я решил еще раз порадовать тебя этим зрелищем. Пум-пурум-пурум-пурум.
Вот. Так, то есть список пассажиров у нас есть, его скоро хватится, и как раз будут отчитывать один проводник другого за отсутствие списка пассажиров. Так, подожди, его можно вернуть, чтобы не попалили? Да я как-то... нет. Зачем? Мы уже тут трупы выкидываем, а ты говоришь... О. Кстати, да, мы сейчас вломились к этому больному Василию Александровичу. А он больной? Да, он реально больной, то есть он ни хрена не замечает в округе, он так это... До вагона ресторана и обратно. Mm-hmm. Вот. Но зато у него козырный туалет, в принципе, такой же, как и у нас, но его не обыскивают, в отличие от нашего купе. Потому что, ну, что, кузен царя. Вот. И это купе нам пригодится прямо сейчас. Потому что сейчас мы будем останавливаться в некоем местечке Эперне, если я правильно произношу. И там... Это все еще Франция. Да, это все еще Франция, и как бы, если ты помнишь, мы выкидывали труп своего друга прямо под откос, и как бы его, ну, с вероятностью в 99% кто-то заметил, что там труп катится. Поэтому, да, собственно, Эперне, и сейчас мы будем убегать от полиции. То есть на станции... Абеленский, да, вот они, Абеленский. Руссия. Можно еще щелкнуть. А, и докуда едут еще показано, да? Да, можно щелкнуть и послушать. Флешбеки. Вау. We'll да, мы, кстати, мастерски договорились с этим мистером Шмидтом. Типа, я вам товар поставлю в Мюнхене. В Мюнхене. Ну, в Мюнхене я вам тогда и деньги отдам. То есть, типа, время себе выиграл, что ли? Ну, как выиграл время, просто его провертел на одном месте. При этом сам того не знаю. Круассан, месье. Круассан, месье, он сказал? Круассан, месье. Нет, он сказал, типа, бонсюр, там, не знаю, хорошего вечера. Добрый вечер. А, да, вот тревожное музло. Видел там на заднем плане полицейских. Валим. Сейчас будет пару минуточек бездействия. То есть, мы будем тупо выжидать... туалете. Можно разнообразить свой досуг в туалете. В стиле Дюка Нукема. На самом деле есть еще один, как минимум, еще один способ спрятаться от полиции. Это... В диван. Нет, как ты там дышать будешь? В своем собственном купе можно открыть окно и повисеть снаружи. Не, подожди, стой. В диван, как в Пятом элементе. Там они дышали. Ну, недолго, но дышали. Как ты думаешь, какая хронологическая разница между Пятым элементом и The Last Express, который в начале 20 века, а Пятый элемент когда? В конце 21-го, да, по-моему? Я не помню. Вот и я не помню. Я только Брюса Уиллиса помню. Ох, Брюс Уиллис. Да. Сейчас он снимается в клёвых рекламах. Угу. А уж в фильмах-то каких клёвых снимается? А фильмы я не знаю, не смотрел последний. «Крепкий орешек 5»? Я его не смотрел. И не надо. Я только обзор на него посмотрел, и все. Ну, окей. А, скучно. Ну, простите, это обыск, мы выжидаем, как бы, survival horror практически. Да, еще раз под запись. Evil Within, демо-версия, выглядит как говно. Неинтересно, извините. Это... Подожди, то есть, смотри, теперь такой момент. Во многих играх, которые такие второсортные, любой эпизод, ну я не про эту говорю, игру, естественно. Ну я тебя понял. Вот, любой эпизод, где, знаешь, нужно из точки А в точку Б дойти, или обязательно медленным шагом только можно идти, это все растягивает геймплей, и все критики, бля, да, это растягивает геймплей, это говно. Mm-hmm. А здесь, он прячется в туалете в реальном времени, это шедевр. Ну, потому что в реальном времени это квест от первого лица. Сколько квестов от первого лица в реальном времени ты знаешь? Я квестов от первого лица знаю только то, что ты мне показывал. И мист. Ну вот. Сколько из них было в реальном времени? В этот маяк. Там была сцена в реальном времени, где этот монстр отходил. Нет, весь квест. Ну да, в маяке были несколько сцен. Прошу заметить, я запомнил. Молодец, молодец. Молодец, понимаете, вот, дамы и господа,
как минимум, уже не зря. Вопрос в том, насколько полезно то, что я запомнил. Не, ну Лайтхаус, ты что, вещь культовая среди меня. Вагон и ресторан открыли! Валим! Да-да-да. Какая полиция, к черту! Как собачка Павлова. Ом-ном-ном. И сказал... И слюнки. Еще для приличия пару. Ну, музыка пропала куда-то так чисто. Ну, это так. Просто со шумы, шумы только. О. Тетки. А тут повар отчитывает своего. Режь тоньше, сучка, тоньше режь. Так реально. Чисти, вилка чисти. Картошку. Тыкай вилкой, вилкой тыкай. Готовь на готовность проверить. Вломимся сюда. Тут что-то маленький глюк приключился, я не смог открыть дверь. Ну, бывает. Да, потому что игра забагованная. Зато можно вломиться к проводнику в купе. Или в чужой туалет. Тут, правда, ничего нет, но... Ну ладно. Это, знаешь, рассказывает нам сцена о том, как клёво жили проводники в то время. Угу. И как сейчас. Ну так... Вечно завален стол. Один раз ехал в поезде, там проводник ребенка вез какого-то. В своей комнатке. Попросили передать за 200 рублей, да? Но. А, кстати, самое время сходить в тамбур, покурить. С Татьяной. Так телок, что ли, разводишь? Конечно, я же американец, понимаешь? Меня тут как реально... Я как истинный американец. Я тут как я встретил вашу маму, да? Как в этом, в Gone Girl, да? Ну, правда, не с таким же. Хотя можно и такую концовку. Ты уже видел. То есть ты опять проспойлерил, да? Уже... Нашим полутора зрителям. А кто знает, проспойлерил или не проспойлерил. Ага, так решил загладить свою минуту. У меня спойлер Шрёдингера, как бы, кто его знает, спойлер он или нет. Блин, вот это клево нарисовано, когда не по кадрам. Когда по кадрам, мне не нравится. Ну, ресурсов бы не хватило. Понимаешь, игра и так... Плавную анимацию, когда не хватило бы ресурсов на всю игру. Игра на трех дисках и так вышла, так что... А, видишь, она отчитывает того, что... Список пассажиров отсутствует. Говорит, так это племянник твой, походу, просрал-то. И вот будут искать племянника потом еще. То есть такие детальки-то присутствуют. Ну, мы пока пойдем покурим. Племянник еще не знает, что его ждет, нагоняй. Еще раз сиськи. Мельком. А зачем ты их показываешь все время? Да, я разворачивался. Стимул у тебя проходить игру? Да. Aren't you young to smoke? Я не маленькая девочка. Что там произошло? Я жила в Париже, сказала она. Only what my mother was able to teach me. How funny! An American who speaks Russian. Then you heard the horrible things that man said. До сих пор это выглядит смешно. Хорошее, да, начало, Роберт, нормально. Пикап мастер. I can't imagine why he should want to quarrel with my grandfather. So childish. В общем, у них проблемы, да, этот анархист Алексей, это ее детский друг. Друг детства, да, и она, в общем, да, она расстроена, что он такой мудак по отношению к ее дедушке. Ну и заодно дадим ей эту жар птицу, пускай переводит. It belongs to a friend of mine. What does it say? It's a boy. Я принадлежала моему другу. И, кстати, ты не слышал, наверное, но в самом начале, когда мы подсаживались к Геру Шмидту, тот сказал, типа, простите, что я задержался, я встретил старого друга. С чувством юмора у Роберта, конечно, с черным чувством юмора, все в порядке. Звучит, как это ты произнес, Гера Шмидт. Гера Шмидт. Не знаю. Нет. Нет! Я произнес Герр Шмидт. Это твоя комната? Да, мне уже заправили. Кто-то забрал. То есть, если бы ты труп не скинул, то его бы здесь заметили, да? Да. Я думаю, да. Я думаю, вряд ли у меня была бы аккуратно расправленная кровать с окровавленным трупом. Как минимум, мне бы задали вопрос. Тёлка откуда-то отлеспалась. Это храп.
Нет, собака, это была собачка. Ой, в машине, в поезде. Ну вот, тогда еще можно было. Эти явно что-то замышляют. Не, просто Гершмидт неровно дышит к вот этой еврейской скрипачке. Австрийско-еврейской. Она австрийка, патриотка Австрии, но при этом еврейка. И зовут ее Анна Вульф. Да, Гершмидт просто вот у нее прям... Прям при каждой возможности. Да, он как бы тоже выглядит не как истинный ариец. Не, он выглядит как бюргер такой типичный. И она ему все льстит, непонятно пока с какой целью. Из разряда: «О, вы выглядели прямо как настоящий Englishman». Он такой: «О, you don't say, my wife is an Englishman». Он такой: «Да не, у вас такое произношение». Это что такое? Это, видимо, список вагонов. Я не знаю, французского, как бы, не силеного французского. Как бы. Граждане, из 40 скольки-то там подписчиков, если знаете французский, подскажите, что тут написано? Так, не, подожди. То есть, если ты языков не знаешь, то этот квест пройти нереально, да? Этот квест пройти нереально! Методом научного тыка только. Не, реально, почему? Требуется так, некоторая смекалка, да и все. На всякий случай, граждане 40 с чем-то подписчиков, посмотрите еще раз! Выучим французский к следующему летсплейнику. Обязательно, сэр. Oui, monsieur. То есть ты опять это затормозил или наоборот тормозишь? Чего тормозишь? Ну, звук колес, определенные только моменты, стук колес. Там, возможно, какая-то станция была, я что-то проморгал. Вот, они тут пока еще балаболят. Сверим часы. Собственно, я жду возможности отправиться поспать. Ага. Смотрю в окно. Смотрю на стол. Кстати, здорово отрендеренная поверхность. Да, да, да. Тоже обратил внимание. Да и в принципе тут неплохо все отлен. Ну, для 97-го-то, да? Сумрачного 97-го. Это такое ускорение процесса двойным щелчком. Mm. Вот, да, можно поспать. И музыка такая. Mm-hmm. Как в триллере каком-нибудь. Тан-тан-тан. Ну, как бы у нас, в принципе, триллер, да? Там чемодан был сверху. Ну, это тот чемодан, который мы в самом начале открывали со сказкой о жар-птице и телеграммой. А, смотри. У нас тут Inception творится. Угу. Угу. У него шарик для пинг-понга во рту? Нет. Для гольфа? Яичко. Яичко. Почему ты не заставишь ее петь? Яйцо не заставишь петь? Нет, это такая загадка. Не буду спойлерить, к чему это. Там-там-там. К свистку. Да. В общем, сейчас мы в Страсбурге. Вроде, если я все правильно понял. Ага, скрипка. Фройлен Вульф играет на скрипке. Она, собственно, скрипачка. И мы пойдем к ней клеиться. I saw your light. I thought you might be having trouble sleeping. I had a bad nightmare. It woke me up. Can I come in? Why not? Это у нее собака была. Гунтер Максел. На волка похож. I'm sorry, the place is a mess. Do you always carry a gun on your concert tours? A woman traveling alone has to be careful. I would have thought Max was enough protection. You are not Tyler Whitney. Парабеллум. Who are you? My name is Robert Kath. What do you общем, want? Уже половина вагона знает, кто мы. What's that supposed to mean? И она знает. Ну да. У тебя полностью эта игра пройдена? Когда как? Это ее уж по-разному можно пройти. Ну, это пока, этот вариант еще нет. Вот, в общем, услышали странные крики от Василия Александровича. У него припадок. Таня, посмотри на его руки. Они покрыты шерстью, черной шерстью. Неужели ты не видишь? Василий! What are you doing? У него шиза какая-то. Тебя-то я знаю. Ты за мною пришел, убийца. Таня, подай мне нож.
Я вырежу его сердце и скормлю волкам. Погано озвучено, если честно. Василий Александрович! По крайней мере, на чистом русском. Его глаза это 50 оттенков серого. И дальше кавер на... Что там было? Песня Дженнифер Лопес? Я не помню, что там было. Какая-то дрянь, короче. Я не запоминал. А, смотри, мы ему, короче, конопли. Подмешивайте в чаёк каждые 4 часа. Да не, он это, знаешь, как аппликации в детстве делали, там, клеили на бумагу листики. Да нет, никакие не аппликации. Он реально посоветовал добавлять это в чай. А теперь мы подслушиваем, как Анна просит Татьяну что-то сохранить. Какую-то вещь. Типа, да. Пускай это будет нашим секретом. Сохраним узла на флешку. Ну, типа того. Поезд, дорога длинная, послушаем. Вот, да, если ты закончил свой экзорсизм в остроумии, мы сейчас пойдем спать и на этом закончим... Играть. Да, первую часть прохождения игры. Пожелали друг другу спокойной ночи, причем она сказала, спокойной ночи, мистер Уитни. Ни о чем мне это не сказала. Потому что она уже знает, что мы не мистер Уитни. А. Вот, так что все, на этом. Там-там-да.